В Актобе открыли памятник известному прасоводу Шаганаку Берсиеву. На пересечении двух улиц, одна из которых носит его имя, обустроили небольшой сквер. В историю Шаганак Берсиев вошел как рекордсмен по выращиванию проса. В годы Второй мировой войны в хозяйстве под его руководством с 1 гектара собирали по 200 центнеров проса. Начиная с 1940 года эти результаты регистрировали как мировые рекорды. В Уилском районе сейчас выращивают красные просы, из него изготавливают таре, толкан, а из последнего излюбленный национальный десерт – кжен. Местные кондитерские пошли дальше и создали новый вид лакомства – кжен в шоколаде. Эта продукция уже стала брендом актюбинского региона и знакома жителям многих стран. Дело Шаганака Берсиева продолжает несколько крестьянских хозяйств. Среди них я могу назвать глава крестьянского хозяйства Жахоб. Он несколько лет занимается прасоводством, начиная от посева до представления потребителям. Эту продукцию он зарекламировал среди 160 государств мира в городе Турин, Италии, прошлой осенью.